Это модификация Веги, которая, возможно, по результатам испытаний станет основной. Что здесь сделано? Здесь сделан штевень такой формы, что он заходит за линию днища и образует некий киль-стабилизатор, который увеличит курсовую устойчивость, особенно при использовании лодки в недогрузе. У Веги очень-очень большая грузоподъемность, поэтому часто ее эксплуатируют в недогрузе, при этом она работает как обычная плоскодонная лодка, а вот эта деталь позволит серьезно увеличить ее курсовую устойчивость. Слушай, работает, ее не так просто развернуть. Я и говорю, чувствуется, что не хочет разворачиваться. Да. Ну вообще нормально. Что работает, да? Да, она тугая на разворот. Вот, кстати говоря, и по крафте с этим самым стабилизатором он такой туговатый на разворот стал. Это разгонный по поверху. Да, все хорошо. Все хорошо. Так, где у нас камень? Камень справа. Ну и тут камень есть, и камень вот тут, да. Все, приехали.